Рада всех сегодня приветствовать на нашем обучающем вебинаре, где сегодня мы рассмотрим самую важную информацию для новичка. И напишите в чате, есть ли у нас новички сегодня? Новички, которые присутствуют впервые на нашем вебинаре, есть, хорошо, я поняла. И для вас будет особенно полезна эта информация, так как вы только присоединились и еще не знаете всех наших преимуществ, всех наших программ. И для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Ирина Тукало, я золотой директор компании Oriflame. В компании уже чуть больше, чем 2 года. Активно развиваемся, работаем. Сейчас обучаем свою команду для того, чтобы каждый человек с нашей команды получал максимальную выгоду от сотрудничества с нашей компанией. И сегодня мы рассмотрим те программы для консультантов, на которых уже можно сразу начинать зарабатывать. Потому что, когда мы приходим в компанию, мы начинаем строить свой бизнес, но от построения своей группы мы получаем деньги чуть позже, да, когда у нас еще нету группы, мы можем получать деньги уже от таких вот программ для консультантов. И сегодня мы с вами эти все программы разберем. Если у вас будут возникать вопросы, обязательно задавайте их в чате и будем рассматривать. И приступим, да. Хочу сказать информацию про каталог, да. Каждый каталог у нас действует 3 недели, вообще всего 17 каталогов в год. Сейчас у нас 9-й каталог, и период действия этого каталога с 20 июня по 9 июля. И как раз сегодня мы разберем программы, которые действуют именно в этом каталоге. Вообще 17 каталогов в год, каждый каталог очень разный. 17 раз меняются всякие разные классные предложения, акции наши, от нашей компании. Всегда есть отличный выбор пользоваться классным продуктом и классными предложениями от компании. Поэтому запомните, да, каждый каталог начинается в воскресенье, заканчивается через 3 недели в субботу. И потом начинается следующий каталог в воскресенье, через 3 недели заканчивается в субботу. И 17 каталогов, да. Каждый, кто регистрируется в компанию, сразу получает дисконт 20% от каталожных цен. В каталоге у нас, я привела примеры, да, в каталоге у нас есть цены красные, да, есть красные цены. Тут цены уже с каталожными скидками, да. Вот, например, у нас есть акции, да, при покупке 3 гелей, да, цена на каждый гель будет дешевле. Но от этой цены 31,90 еще есть наша скидка 20%. От всех красных цен в каталоге у каждого новичка есть скидка 20%. Я привела пример: 31,90 минус 20% наш дисконт. Мы берем этот продукт у компании за 25 гривен 52 копейки. Я думаю, интересно, да, покупать гель для душа за 25 гривен. Таких цен, наверное, уже нигде нету. И привела другой пример на туалетной воде, да, 369 гривен туалетная вода мужская в каталоге. Но наша цена, мы как консультанты, как партнеры компании, мы берем этот продукт сразу на 20% дешевле, и его цена 295 гривен. Вот это обязательно всегда знайте, потому что много новичков приходят и думают, что здесь уже со скидкой. Нет, мы берем от каталожных цен еще на 20% дешевле. И автоматически участвуем во всех других акциях, которые есть в каталоге. Идем дальше. И под каждым продуктом в каталоге есть количество баллов. Количество баллов, 1 балл примерно 10 гривен, да? То есть компания работает в 67 странах. И у каждой страны своя цена на наш продукт, да? И у нас, хочу вас поздравить с тем, что мы получаем продукт компании по самой дешевой цене, потому что у нас сейчас такая кризисная ситуация в стране, и компания рассчитывает цены под экономику страны, и нам просто повезло. Точно такие же продукты в других странах люди берут намного дороже. Но для того, чтобы компания делала просчеты, да, по маркетинг-плану и так дальше, у компании есть валюта, это баллы.
1 балл бонуса в нас сейчас 10 гривен. В России 1 балл бонуса это 1 доллар. В Белоруссии даже, наверное, немножко дороже. Ну и так дальше в других странах. То есть и зачем эти баллы? Да, для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице, потому что все уровни у нас в баллах. И для того, чтобы участвовать в каких-то других программах. Сейчас, секунду. Алло, мама. Алло. Я вебинар проведу, я перезвоню, хорошо? Давай. И под каждым продуктом у нас имеется количество баллов. И, ну, так как я на картинке указала, обращайте внимание на эти баллы. Потом они, вы будете их собирать для других разных программ. Так, идем дальше. И для тех, кто только присоединился, да, у каждого человека, который только присоединяется, у нас есть стартовая программа для новичка. Если пройти эту стартовую программу, есть отличная возможность заработать, сэкономить дополнительно до 4000 гривен. И плюс получить рекрутинговый сайт в подарок. Но это тоже индивидуально с каждым партнером, но такие условия нашей стартовой программы. Смотрите, пример. Стартовая программа состоит из 4 шагов. 4 шага стартовой программы. Первый шаг считается с момента регистрации. Отсчитывайте. Запомните, когда вы зарегистрировались. Запомните тот день, когда зарегистрировались. Отсчитайте 21 день с момента регистрации. И чтобы начать участвовать в стартовой программе, вам нужно разместить заказ на 75 баллов. Точно так же, когда регистрируются у вас новички. Для того, чтобы ваш новичок вступил в эту программу, вам нужно, да, записать дату, когда он зарегистрировался, отсчитать 21 день и предложить человеку вступить в стартовую программу. Эти все данные есть у нас в инфале, где можно эти все данные смотреть, у кого когда заканчивается шаг. Это все компания контролирует, компания нам помогает в этой поддержке. И это все можно на сайте посмотреть, мы это все разбираем с вами на планерках, да? И какие преимущества проходить стартовую программу? Это дополнительная выгода, дополнительные скидки. И после первого шага, когда вы разместили, когда присоединились и в первом каталоге разместили заказ на 75 баллов, как просчитывать баллы, я уже рассказала, вы получаете скидку на любой продукт 50%. Вы получаете 50% на любой продукт с каталога. Смотрите, сделали 75 баллов в этом каталоге, скидку компания автоматически вам начисляет в следующем каталоге. Скидка начисляется, когда вы делаете заказ первый в следующем каталоге. Скидка начисляется автоматически на самый дорогой продукт в вашем заказе. Смотрите, как насчитывается скидка. Да? Я взяла картинку с каталога. Это наши помады муссы. Да? Скидка на любой продукт, на самый дорогой продукт, который вы выберете в заказе. Скидка берется от черной цены. От черной цены цена на помаду в каталоге 224 гривны. Мы отнимаем минус 20% наша цена, наш дисконт, и потом минус 50%. Помада мусс будет стоить вам по скидке за стартовую программу 89 гривен. Сразу у вас экономия 135 гривен. Это преимущество первого шага. Второй шаг стартовой программы. Это второй каталог. Когда вы за второй каталог, когда находитесь в компании, размещаете заказ на 100 баллов, у вас в следующем каталоге после размещения этого заказа уже есть скидка 75% на любой продукт с каталога. Взяла пример на тоналке. Тоналка Giordani Gold, классная VIP-серия люкс, да? 465 гривен в каталоге. Отнимаем нашу цену 20% и отнимаем минус 75%. Получается, тоналку мы можем купить за 93 гривны. Отличное предложение. Пишите в чате, понимаете меня, не понимаете, чтобы я понимала, насколько понятно я рассказываю. Так, идем дальше. Это второй шаг. Очень выгодно проходить всю стартовую программу, потому что следующие два шага, последние, да, там вы берете совершенно бесплатный продукт. Смотрите, следующий каталог после прохождения шага 2. Наша задача разместить заказ на 125 баллов.
и получаете сразу автоматом в следующем каталоге 100% скидки на любой бесплатный, на любой продукт. Я здесь привела туалетную воду в подарок, да, мужская туалетная вода, которая стоит 550 гривен. Ее скидка по каталогу, можно ее взять за 385 гривен, да, но нам не важна эта скидка каталожная, потому что мы ее берем совершенно бесплатно. Этот продукт будет самый дорогой у нас в заказе, и он автоматически посчитается бесплатно. Вот такой вот следующий шаг стартовой программы. Да, за 1 гривну, да, ну не за 0 гривен, а за 1 гривну. Подарки нам вкладываются всегда за 1 гривну. Спасибо, Мирослава. Так, и четвертый шаг. Когда мы... Четвертый шаг – это разместить заказ на 150 баллов и зарегистрировать новичка, который пройдет первый шаг. И получите скидку 100% на любой продукт. Смотрите. Я привела в пример вот этот очищающий аппарат Skin Pro, которым сама пользуюсь, очень нравится. У меня подружки пользуются, я всем своим подружкам стараюсь дарить такие классные подарки, дорогостоящие, да, но я их же беру совершенно бесплатно, и подружкам хорошо, да, и мне приятно. Смотрите, получается, еще и в каталоге у нас постоянно идет аппарат Skin Pro. Когда покупаешь аппарат Skin Pro, он идет, ему еще идет в подарок очищающее средство. Автоматом, когда вы берете этот аппарат по стартовой программе, гель-пенка все равно влаживается в подарок бесплатно. И получается, за четвертый шаг вы получаете выгоды на 980 гривен. Вы берете совершенно бесплатно аппарат, вы берете совершенно бесплатно гель-пенку. Ну, это такой пример, да? Но вы можете брать любой продукт бесплатно. Это понятно, да? Четыре шага стартовой программы. Первый шаг – это 75 баллов, второй шаг – это 100 баллов, третий шаг – это 125 баллов и четвертый шаг – 150 баллов. Смотрите дальше. Я привела примеры, потому что у многих возникает вопрос, как сделать такие заказы, да? Потому что мы сюда приходим пользоваться для себя, да? Многие используют эти программы и еще рекомендуют где-то продукты, да, в своем окружении с каталога, да? Есть люди, которые сами себе покупают на 75 баллов, на 150 баллов, то есть у каждого свои возможности, да, покупательские. Но те люди, у которых нету себе покупать с каталога, да, на такую цену, вы можете... Вот, например, привела, да, как сделать заказ на 75 баллов. У нас в каталоге продукты народного использования, ежедневного использования, которые нужны каждому человеку каждый день. И, смотрите, шампунь, кондиционер, гель, зубная паста, мыло, крем для рук. Этими продуктами пользуются все. И очень удобно, да, мы можем эти продукты заказывать у себя. Мы можем пригласить для того, чтобы поучаствовать в подарках, для того, чтобы, если мне интересно было проходить стартовую программу, мне хотелось получить подарки, да, по гривне и скидки на продукцию, я предложила, мама, говорю, так, чтобы ты нигде не ходила, не скуплялась, скупись у меня в каталоге. Она что-то там себе заказывала, я себе, сестра, ну, то есть, вот такие вот три набора, к примеру, да, можно заказать для своего окружения, и вы прошли первый шаг. Это совершенно просто, это совершенно легко, и пользуйтесь такой возможностью. За такие три заказа вам уже сразу насчитывается скидка 50% на следующий каталог. Идем дальше. Пример заказа на 100 баллов для прохождения шага 2. Опять же, на следующий каталог нам все равно уже нужны. Нам чем хорошо? Почему выгодно, да, компания рекламы? Потому что продукты, которые мы взяли в прошлом каталоге, у них есть свойство заканчиваться. И нам все равно нужно что-то брать в этом каталоге, да, потому что шампунь закончился, мыло закончилось, зубная паста закончилась. И мы опять приходим в наш магазин, интернет-магазин, в наш каталог, и опять скупляемся те же самые продукты. Но плюс огромный, потому что, людям всегда хочется каких-то новинок, каких-то чем-то новым пользоваться, да. Компания нам всегда предлагает разные новинки, даже в таких, сейчас, простых продуктах, да, там, гель для душа, шампунь, мыло и так дальше, какие-то разные запахи, ароматы, и нам очень выгодно, да, циклически заканчивается продукт, и нам все равно его нужно покупать. И мы опять приходим в каталог и покупаем.
покупаем. Опять берем набор себе маме, плюс раз в 2-3 каталога можно взять себе туалетную воду, да, себе и мужу. И вот таким образом уже у нас получился заказ на 100 баллов. Это я здесь даже, ну это вообще такой минимум, да. Еще можно тут разогнаться, подарки родным, друзьям, туалетную воду маме, папе, но это минимально, да, что мы все равно и так берем в любом другом магазине. Поэтому очень легко сделать заказ на 100 баллов во втором шаге. Идем дальше. Пример заказа на 125 баллов, да, для прохождения шага 3. Опять берем, закончился у нас набор, берем набор себе маме. Можно где-то какие-то продукты изменять, да, можно еще мужу там что-то там, да, приобрести. И можно взять уже, например, какие-то подарки, там, туалетные воды кому-то, да. И у тех, у кого есть детки, очень классно, когда мы каждый каталог все равно приобретаем витамины, омегу детям. И это стабильно, 35 баллов заказ, баллов заказ. То есть уже получается у нас пройденный шаг 3. Деткам в любом случае витамины, это нужно, да. И я, когда пришла в компанию, я увидела, что здесь есть витамины, витамины очень классного качества, проверено все на детках, тестируется даже у нас в Украине, в Харьковском университете, институте акушерства и гинекологии. То есть проверенный продукт, почему бы его не брать здесь и не собирать баллы себе на подарки. Таким образом, уже у нас есть 125 баллов для следующего шага. Пример заказа на 150 баллов для шага номер 4. Для шага номер 4. Опять, что-то у нас уже закончилось. Берем себе маме набор и покупаем витамины себе. Ну, я вообще каждый каталог покупаю витамины себе и мужу. Ну, то есть у меня стабильно 150 баллов каждый каталог есть, потому что я выбрала здесь для себя свои любимые продукты. И, то есть мне заморачиваться где-то, искать каких-то покупателей, каких-то клиентов на продукцию мне не нужно. Я всегда все беру, ну, стараюсь, да, себе брать. Есть клиенты, которые потом сами обращаются, Ир, закажи то, закажи это, потому что есть подружки, которые потом приходят ко мне, видят у меня эту всю классную продукцию, кому-то помаду, кому-то туалетную воду, кому-то витамины, но в основном, ну, вот пример простой для заказа на 150 баллов. Витамины мужу себе, набор мыльно-брыльного в свою семью. И для того, чтобы пройти шаг 4, нам еще нужно зарегистрировать под собой новичка, да, мы же уже начали рекрутировать, мы приходим в компанию приглашать других людей, и за 4 каталога нам важно пригласить новичка, минимум одного, да, который пройдет первый шаг. Первый шаг мы уже сами умеем проходить, поэтому мы можем научить своего новичка. Так, Маша написала, не кожен може дозволити собі ці вітаміни замовляти. Я согласна, потому что изначально, когда я только пришла в компанию, я их себе не заказывала, потому что они дорогие, и, ну, в принципе, я даже не пользовалась никакими витаминами, потому что я не знала, как это важно для здоровья. Но я где-то кому-то предлагала вот такие вот наборы, да? То есть, или туалетную воду, или набор мыльно-брыльного, или... Но это можно заменить витамины, к примеру, еще таких 5 наборов продать, да, своему окружению. Тут выбор ваш, да, это я привожу примеры. Как это делать будет все равно проще. Я говорю, раньше не делала себе заказ на витамины, да, сейчас делаем стабильно с мужем, потому что сейчас уже научились здесь зарабатывать, научились использовать все эти программы по максимуму, поэтому сейчас вот такой вот пример моего заказа. И, ну, за новичка поняли, да, новичок, который проходит первый шаг, мы уже умеем делать первый шаг, можем научить нашего новичка. Новичок приходит, то же самое, взял для себя любимые продукты, которые вы можете ему порекомендовать, да, и уже участвует в стартовой программе. Идем дальше. Плюс, ну, в каждой команде по-разному, да, у нас есть еще такой рекрутинговый сайт для тех, кто работает, да, и
это от наших вышестоящих спонсоров Алексея Николаевича Севрука. Это дорогой сайт, который очень профессионально сделан. И у нас в команде для тех, кто проходит стартовую программу, мы дарим в подарок такой сайт. Для того, чтобы этим сайтом на просторах интернета рекрутировать других людей. Приглашать в компанию. Да? Самим нам такой сайт сделать не под силу, он дорогой, но нам спонсоры такую возможность дают. Так, идем дальше. Когда вы проходите стартовую программу, автоматом после прохождения ее вы становитесь участником программы «Бизнес-класс». Преимущества программы «Бизнес-класс» – их много. Самое первое, которое использую я, это скидка 50% на любимый продукт, каждый каталог. Я привела в пример, каким образом я заказываю витамины, да? Я беру их по скидке 50% на любой продукт. И при том, что цена на витамины 650 гривен в каталоге, я их беру для себя за 260 гривен. Также преимущество программы «Бизнес-класс». Предварительный заказ онлайн. За 2 недели до начала действия нового каталога, со 2 понедельника текущего каталога, члены «Бизнес-класса» могут размещать онлайн-заказы по новому каталогу, которые будут обработаны и собраны в приоритетном порядке в первый день нового каталога. То есть для того, когда мы получаем первый заказ с этого каталога, нам влаживается уже следующий каталог, 10-й, в наш заказ. Мы видим, там есть какие-то классные новинки, так как, например, почему? Вот смотрите, почему, честно скажу, никогда не пользовалась этим предварительным заказом, сейчас поняла, что нужно. Почему, когда мы все начали заказывать сумку Ариадна в этом каталоге, в первый день мы все ее начали заказывать, да? Сейчас покажу. Вот эту сумку, да, хотели многие заказать, да, белая сумка у нас в каталоге такая красивая. И когда мы начали в первый день заказ делать в каталоге, ее уже не было. Потому что многие на второй неделе каталога прошлого уже сделали предварительный заказ. И им автоматически в приоритетном порядке собраны заказы в первый день каталога. Понятно? Так как мы участники бизнес-класса, мы можем на второй неделе действующего каталога сделать заказ новинок следующего каталога, и они нам обязательно вложатся уже в первый день каталога. То есть это понятно, да? Но, честно скажу, никогда не пользовалась, 4 года уже как зарегистрирована, но вообще никогда не пользовалась и не понимала, как это делать предварительный заказ. На сайте есть, обратитесь к спонсорам более подробно, да? На сайте там есть возможность разместить предварительный заказ. Он не придет вам раньше начала действия следующего каталога, но собран будет приоритетно в порядке очереди, да, как вы заказали. Предпродажа новинок до начала действия каталога. За 2 недели до начала действия нового каталога, с воскресенья первой недели текущего каталога, члены бизнес-класса могут заказывать новинки следующего каталога из установленного списка для демонстрации клиентам. Тоже есть такая возможность. Эксклюзивный каталог бизнес-класс у нас есть, да? Есть у нас. Сделать 75 баллов в текущем каталоге и получить возможность в следующем каталоге размещать заказы из этой брошюрки. Так, ну, найди в этом сумке с ноутбука. Тоненькая брошюрочка, да, где цены намного дешевле, чем в каталоге. Так как мы на постоянной основе пользуемся продукцией, да, и для нас компания делает еще больше скидки, как оптовым покупателям, да, еще больше скидки делает компания, и вот такая вот тоненькая брошюрка, да, бизнес-класс, для участников бизнес-класса. Но здесь скидки намного больше, чем в основном каталоге. Это тоже возможность для участников бизнес-класса. Также каждый участник бизнес-класса может заказать льготный набор из 5 каталогов для тех, кто любит, да, показать каталог своим знакомым. Вы можете заказать льготные каталоги себе. Если один каталог стоит 13,50, то 5 штук льготных каталогов стоит по 10 гривен. И
Очень классная возможность, которой я пользуюсь постоянно, это бесплатная доставка заказов на СПО. Вообще доставка заказа, да, стоит 15 гривен. Если ваш заказ от 449 гривен, и вы находитесь в бизнес-классе, у вас будет бесплатная доставка. То есть большая экономия, реально большая экономия на доставке. Когда мы делаем какой-то заказ через новую почту, кто сколько платит за доставку? Напишите. Муж сегодня забирал на новой почте два колеса, заплатил 120 гривен. У нас чем тяжелее будет ваш заказ, тем бесплатнее будете вы его получать. В других почтовых, да, доставках, чем тяжелее ваш заказ, тем больше вы за него платите. На Укрпочту самый маленький, самый легенький продукт, который вы куда-то отправляете, это стоит минимум 20 гривен, да? На новой почте это от 35 уже, 30, 30, 50 и так дальше. Поэтому компания нам делает большую услугу за то, что мы пользуемся, за то, что мы оптовые покупатели, да? Но знаете, есть в других, ну, тоже есть такие возможности в магазинах, да? Если вы оптом покупаете, какие-то вам скидки дают, да? Но у нас для оптовых покупателей просто шикарные скидки. Поэтому смотрите, выбирайте сами, да? Как вам пользоваться? Я вам скажу, на плюс упаковка, на Укрпочте, если передаешь, тебе нужно заказать конверт за 3 рубля. Если ты берешь коробочку, тебе ее нужно купить уже там 5, 10, 15. В новой почте чем больше коробка, тем больше ты покупаешь. Дай коробку. У нас чем больше коробка, но тем будет дешевле. Вот, ну мы тут на офисе, у нас есть коробки, да? Вот эта вот коробка пришла, да? Именная коробка, но за нее человек не заплатил за доставку. Здесь в коробке бесплатно доставленный товар. Просто тупо за товар. Вот это так компания ценит нас. Просто обращайте внимание немножечко еще на эту сторону, да? Потому что вот и хочу сказать, когда человек делает заказ зубную одну пасту, понятно, вам невыгодно размещать через интернет заказ на зубную пасту. У вас получится зубная паста. Скидкой 20 гривен, да, там 3 рубля скидки. Потом каталог вам вложится, потом вам доставка посчитается, потом вам сходить забрать. Естественно, это будет стоить 50 гривен минимум. Вам проще сходить скупить в магазин. Но если вы набор ежедневного пользования мыльно-брыльного какого-то себе средств по уходу будете брать здесь все, тогда вам это выгодно будет. Поэтому найдите для себя среди ассортимента 2500 наименований продукции, да, те продукты, которые вам здесь покупать выгодно. Не нужно так, что здесь я покупаю только одну зубную пасту или один гель для душа. Да, купить один гель для душа, смотрите. Это будет стоить 46,90. Получается минус наша скидка. Это 40 гривен, плюс доставка, плюс каталог. Один гель для душа, чтобы у нас купить, это стоит 60 гривен. Если мы купим 3 геля, плюс там еще что-то, да, нам один гель будет стоить 25 гривен. Есть разница? Есть колоссальная разница. А что нам стоит, да, предложить брату, сестре и маме купить гель у нас? Ну, это так, это такие примеры, да, для тех, кто не может покупать витамины. Я себе купила 2 пачки витамин, и мне не нужно заморачиваться, кому предложить гель. Но изначально я, может быть, где-то кому-то предлагала гель. Поэтому смотрите, выбирайте сами. Идем дальше. Сейчас у нас действует классная акция Wellness с 19 июня по 9 июля. При покупке одной упаковки батончиков
вторая упаковка батончиков идет за 50%. Как считается, да? В каталоге наши батончики 360 гривен. Минус 20% это 288 гривен одна упаковка батончиков. 200, это берем первую упаковку за 288 гривен. Вторую упаковку берем минус 50% скидки, это 144 гривны. И получается, полезные батончики нам и деткам, да, и плюс 45 баллов ваш товарооборот в ваш магазин. Вот такая скидка. Получается, в просчете там около 30 гривен один батончик. Ну, в принципе, сникерс мы тоже покупаем практически около 30 гривен уже, да, но в сникерсе нету столько полезных веществ, как в наших батончиках. Поэтому думайте, что детям давать, да. Если мы детям практически каждый день, ну, это я раньше тогда покупали и сникерсы, и ММДМсы, и всякие разные Рафаэлла и так дальше, то можно это все заменить продукцией из нашего магазина. Классными, полезными продуктами. И уже полстартовая программа пройдена. Сейчас в нашем каталоге акция до 9 июля, до конца каталога. При каждом заказе на 50 баллов гарантированно вам влаживается один из четырех подарков. Это или чайник, или френч-пресс, или соковыжималка, или набор чашек. Сейчас покажу, у меня все есть. За то, что я скупила, но я вам скажу, чайников уже нету, хочу огорчить, но у меня чайники еще с предыдущей акции. Ну, в принципе, ну, как сказать, ну, настолько классно, я вот сколько в компании, да, у меня уже 3 чайника от компании. Ну, это, ну, классная возможность, да, я экономлю, мне не нужно заплатить 500 гривен, чтобы купить этот чайник. Я просто купила то, что мне и так нужно на каждый день, и мне чайник пришел в подарок. Вот такой вот френч пресс. Здесь завариваем чай, да? Тоже, это стоит денег. И вот такие вот чашки. Это все стоит денег, но компания для того, чтобы вам хотелось, да, чтобы вам легче было здесь оформить оптовую покупку, вам еще компания дает вот такую вот возможность. Я сделала уже в начале каталога 2 заказа, мне вложилось 2 соковыжималки. За каждый заказ по 50 баллов. Соковыжималка у меня уже одна есть для цитрусовых. Очень классно. Для цитрусовых апельсиновый сок, ну реально круто делать. Ну, еще у меня 2 будет. Да, они мне, может, сейчас не надо, но потом где-то кому-то они пригодятся. Я думаю, может, на подарок, может... Ну, в любом случае этот предмет стоит денег. Идем дальше. И вот смотрите, да, я первый заказ сделала, да, я заказала витамины, за которые заплатила 260 гривен, и мне еще вложилась соковыжималка. Когда вы приходите в аптеку за то, чтобы купить витамины, вам дают соковыжималку в подарок и скидку 50%. За то, что вы перед этим скупились там на 1000 гривен. Делайте выводы. Когда мы приходим в аптеку, там сколько бы мы ни покупали, там скидка минимальная. Точно так же, как в любых других магазинах. Если это магазины, супермаркеты, у нас есть и, ну, разные магазины, да, там и Сильпо, какие хочешь. Но там не дают скидку 20%, 50, 75% бесплатно продукты. Поэтому думайте, где вам покупать. Так, плюс... Сейчас действует у нас на протяжении 5 каталогов, да, это 7, 8, 9, 10, 11, акция «Бизнес Спринт». Для тех, кто делает заказ на 150 баллов и выше, вам компания еще возвращает за каждый балл 1 гривну. Я примеры привела. 150 баллов делаете, 150 гривен у вас есть на счету на следующий каталог. 200 баллов в этом каталоге сделали, 200 баллов, 200 гривен у вас есть на следующий каталог. 378, значит 378, 1000, значит 1000. При заказах от 150 до 1000 баллов. На поздравительном вебинаре в понедельник мы показывали список людей, которые какие денежные вознаграждения получили. Скупились оптом, получи дополнительную денежную премию. Выгодно? Вот Маша писала, да,
Маша писала, трудно брать витамины. Но если у тебя уже на номере будет 150 гривен, то уже же их не так и трудно взять. Да? Да. Идем дальше. Эта акция, ну, эта акция, вот Леша пишет, нужно оставить навсегда, вообще классная акция. Ну, вообще просто сразу дополнительный денежный бонус, ну, супер. Не так важны нам подарки, да, чашки, как деньги. Так, на постоянной основе у нас действует спонсорская программа Oriflame Plus. И сейчас у нас в 9-м каталоге действует на таких условиях. Я дальше на следующем слайде расскажу, да? Но вот какие подарки будут по программе Oriflame Plus в 10-м каталоге, в 11-м каталоге, 12-м и 13-м. Какие же условия, чтобы получить эти продукты в подарок? В каталоге номер 9 подарок вот такой вот, да, за прохождение условий по программе Oriflame Plus. Какие же условия получения спонсорских подарков? Делаем сами лично 75 баллов, да? Мы рассмотрели пример, как это делать легко. Вот это мы, и делаем сами 75. Регистрируем одного новичка, да? Ну, в каталог пригласить два человека очень легко, да? На такие возможности. Вы просто, если вы не можете эти возможности рассказать, вы пригласите к нам сюда, мы каждую неделю эти возможности рассказываем. И человеку, ну, человеку будет проще разобраться с этими всеми условиями и размещать точно такие же заказы, как вы размещаете. Пригласите одного новичка, который разместит тоже 75 баллов, и получите за него 50% скидку на любой продукт. Вот я привела свой пример, да, что я заказываю. Если вы пригласите и второго новичка, который тоже поможете, расскажете ему, как пройти стартовую программу, и у вас будет два новичка, вы получите подарок за 1 гривну. Вместо, я специально посмотрела в каталоге на цены этих продуктов. Это серия Giordani Gold, это тени четырехцветные, это помада икона стиля, очень суперская, классная. Это тушь ультраудлиняющая, тоже суперская. Тени стоят 415, помада стоит 310, тушь стоит 340, в сумме это 1065 набор по каталожной цене. Даже если мы возьмем скидку нашу 20%, это будет набор 800 гривен. Даже если возьмем какие-то скидки каталожные, да, это будет 500 гривен. Но после прохождения вот этих вот условий, вам компания дает этот набор продуктов бесплатно и плюс 50% скидки на любой продукт. Ваша выгода после прохождения условий этой программы до 1500 гривен. Но не настолько, когда просчитываешь еще все эти цифры, ну, еще больше глаза вот так округляются, насколько тут выгодно, да? Да, тени, может быть, сегодня нам не надо, да, за 415 гривен. Но в любом случае, когда мне подарят тени за 415 гривен, я, естественно, начну ими пользоваться и буду, ну, там, красиво выглядеть и так дальше. Или помада, или тушь. Может быть, не каждый сейчас сможет покупать тушь за 340 гривен, да, но получать ее в подарок, или потом ее кому-то подарить, или потом ее кому-то продать, или где-то получить заказ на нее, да, а потом ее продать. Но в любом случае это выгодно. Поэтому смотрите. Тени реально очень классные, у меня есть такие, таким цветом. И плюс я еще пробовала этот мокрый асфальт. Вообще шикарные, но тени вообще шикарные. И помада тоже. Помада одна у меня уже малой съел, ну, испортил. Одна была, я ее уже, ну, использовала. И у Оли Подлесной попробовала вот таким цветом помаду. Ну, просто шикарный цвет. Ну, и плюс тушь. Тушь у нас тоже есть. Ну, я думаю, вы в каталоге ее можете увидеть. Вот Оля пишет, да, когда вот Маша спрашивала, не могу купить сейчас витамины, да, когда мы были новичком, мы это все где-то что-то продавали, где-то на чем-то зарабатывали, да, и я раньше тоже, я использовала эти программы для заработка, но когда у меня уже появился другой заработок от компании, я себе эти все продукты оставляю. И Оля пишет тоже, да, она, когда была новичком, просто использовала эти программы для заработка. И если у вас сейчас не хватает, да, ребенку купить какие-то витамины или какие-то шоколадки, вы можете просто воспользоваться программами от компании,
где-то кому-то показать, предложить, рассказать, и вы сразу сможете уже себе на что-то заработать. Просто классные возможности от компании. Вас никто не заставляет где-то ходить, да, там кому-то предлагать незнакомым людям. Вы предложите своим. Свои вам не откажут. Подружки все разбирают. Подружки наши, они забирают все. Им только покажи скидку, им только покажи, что это все дешевле можно взять, они забирают все. Потому что когда человек смотрит каталог и видит эти цены, он говорит, это дорого. Но когда он рассмотрел эти предложения, ну реально сразу, ну, понимаешь, что все-таки лучше все-таки перевести себя на пользование ежедневными продуктами с этого каталога, с этого магазина, и потом еще иметь возможность приобретать качественные, классные продукты для здоровья и для нашей красоты. Также есть у нас программа «Адреналин» для возможности менеджерам получить айфоны SE и айфоны 7. И что я хочу сказать, те, кто новички сейчас, вы еще не можете участвовать в этой акции, да? Но помните о том, что когда вы будете менеджерами, для вас компания все равно придумает какую-то акцию другую. На постоянных основах есть программы для консультантов, для менеджеров, для лидеров, для топ-лидеров. Это все есть на постоянной основе. Поэтому сейчас у нас для менеджеров акция на получение телефонов SE и 7 iPhone. Через 3-4 каталога будут акции другие. Поэтому пользуемся нашими возможностями. Каждый каталог. На второй неделе каталога распродажа до 80% на сайте. Ну, что хочу сказать, да, при том, что можно брать эти все продукты бесплатно, платно, там по-разному, да, по разным скидкам, но от компании еще дополнительно выставляется программа распродажа до 80% на сайте. И никто ее не видит, только мы, только те, кто работает в компании, да, только те, кто каждый каталог, каждый день заходит на сайт. И реально 4 листа крутых скидок по распродаже, да, и если у наших, ну, людей в окружении, да, всегда есть какие-то любимые продукты свои, да, там, например, туалетная вода Excite от Дима Билана, она любима всеми, да, и все ее в каталоге знают, что ее цена там 350 гривен, но часто в распродаже она появляется за 160 гривен, да, и точно так же другие продукты, или джордановские туши, или какие-то витамины, или какие-то другие женские туалетные воды, каждый раз продукты в распродаже меняются, но их там более 30 штук, и опять же, или себе можно сэкономить, или где-то заработать. Поэтому используйте эти возможности. Используйте эти возможности по максимуму. Я пользуюсь. Я с распродажи всегда делаю заказ, ну там и для себя многое беру, да. И нет, будет в следующую среду. На второй неделе каталога в среду и до воскресенья начинается, то есть на протяжении 4-5 дней действует, то есть всегда можно успеть что-то заказать, всегда можно успеть себе что-то приобрести дешевле, плюс рекомендация стараться, распродажа появляется на сайте во вторник и начинается всегда в среду в 10 утра. То есть рекомендация во вторник посмотрите, выберите, что себе хотите, да, ну и там в среду, ну, старайтесь размещать заказ, потому что когда там какие-то суперские скидки, да, очень большие, то сразу в первые дни все разбирают. Говорят, не хватает продукции на складе, чтобы нам всем угодить, да. Поэтому, ну, следите, пользуйтесь возможностями. И хочу подвести итог, сколько инструментов для построения собственного бизнеса у нас в этом каталоге. Это дисконт 20%. Все мы пользуемся. Стартовая программа для новичка. Все мы пользуемся. И если я прошла стартовую программу на себя, на мужа, то хочется всегда кого-то зарегистрировать себе и пройти ее еще раз. Потому что такие крутые подарки, ну, хочется получать. Сайт для рекрутинга в подарок.
программа бизнес-класс, акция wellness, акция активности свежесть лета, акция бизнес-спринт, программа Oriflame Plus, акция адреналин и распродажи до 80%. Это все, если пользоваться этим всем, вы реально будете экономить, вы реально будете выгодно, да, выгодно приобретать себе продукцию. И вы реально будете расти. Будете расти стремительно, потому что если пользоваться этим всем, вы сможете рассказать своим, да, партнерам об этом всем, и ваши партнеры тоже смогут пользоваться этим всем и передавать дальше информацию. Но если, я уже всегда говорила, если вы этим всем не пользуетесь, тогда вы еще не можете этого всего рассказать. Но у нас работает система, налажена каждый день, где за вас это все рассказываем мы. Поэтому ваша задача, да? Ваша задача разбираться, ваша задача максимально применять все на себе и максимально приглашать людей сюда для того, чтобы они еще быстрее включались, чем вы, и чтобы вместе с вами двигались уже на пути к достижению своих целей, да. И что хочу сказать, каждый сам выбирает, да. Что ему делать, где ему быть, где ему находиться. Каждый да и сам творец своей жизни. И я приглашаю вас быть с нами, потому что у нас очень много инструментов, очень классная дружная команда, очень классные возможности заработка, путешествия, отдыха. И я знаю, что вы тоже достойны этой красивой, успешной, богатой жизни. Мы уже на себе это все проверили, нам нравится, и нам хочется об этом рассказывать, чтобы все больше и больше людей присоединялось к нам. И чем будет больше и больше людей в нашей команде, да, тем будет больше успешнее, большее количество успешных людей. Потому что, сами понимаете сейчас ситуацию в стране, да, и что я хочу о себе лично сказать, что, моя жизнь, конечно же, изменилась даже за последний прошедший год, изменилась в очень лучшую сторону. Поэтому выбирайте себе сами, каждый делает свой выбор, каждый день вы делаете какой-то выбор, и каждый день вы строите свою судьбу, свою жизнь. Поэтому делайте правильный выбор, будьте с нами. И на этом я буду заканчивать. Если у кого-то может быть какие-то вопросы, напишите, я отвечу. Вопросов нету. Спасибо. Спасибо. Запись сейчас скину. Для тех, кто не посмотрел, да, многие на работе, многие совмещают это с основной деятельностью, поэтому запись у нас всегда есть, система налажена так, что каждый, даже если не присутствовал сейчас здесь, может посмотреть это вечером в свободное время. Поэтому благодарю всех, что присутствовали, послушали. Я всегда рада проводить эти обучения. И сегодня, что у нас сегодня? Сегодня хочу пригласить всех на 19.00. Будет вечером у нас вечер новых историй. По итогам прошлого каталога у нас в команде много новых менеджеров, которые достигли уже каких-то своих первых классных уровней, да. И сегодня у нас поделятся вечером на вебинаре. Это новый менеджер 15% Виталий Котенко. Это студент, да, который уже здесь достиг и дохода, и путешествий, и какого-то карьерного роста. Это парень Александр Мороз, который тоже на уровне 12%. Это молодая мамочка в декрете Лена Галянт, которая достигла уровня 12%. И это молодая мамочка в декрете Лена Зинчук, которая тоже достигла 12%. И они поделятся своими историями, как они пришли, как они это сделали, и дадут вам свои советы. Поэтому вечером 19.00 по этой же ссылочке приходите, и будем внимательно слушать и поддерживать наших партнеров. Поэтому на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо и пока-пока!